Диана Анатольевна, покажите, как вы держите топор, какой у вас хват. Хват ладоха. Ага. Мир заморожен, все мы, все падает дом, все как-то мимо, ага, и мимо, так и живем. Из новостей такой необычный, я бы сказал, хват, который я уже встречал. Что, опять хват ладоха, да? Не замечаем, мы сами стопаем, и как вы его подозреваете? Мы были в разы сильнее, теперь молчим, мы все изо льда, ни звука, ни слова. Долгая зима, это нам говорят, но не верить, не ждать. Мы здесь самое время, мы здесь X поколение, мы здесь, чтобы поднять волну. Диана Анатольевна, покажите разработанный вами новый флаг. Покажите, как вы берете что-то. То есть такой необычный, я бы сказал, флаг, который я еще не встречал. Что, опять хват ладоха, да? Что-то как-то по-другому берете. И как вы его берете? Скажите, вот это, да? Сольно в щетине и ветер шальной. Хватит вот такой вот. Очень удобно, очень удачно. Всем пока.